здесь, когда ну, точка максимума да, коснется, уберите немножко усиление, до этого не больше скиньте. Неразрушающий контроль – это вид испытаний, позволяющий следить за состоянием металла и сварных соединений без необходимости разрушения, не меняя физических характеристик и внутренней структуры объекта. Аттестованные специалисты применяют специальные методики для обнаружения самых малозаметных дефектов труб, рельсов, сварных швов для определения возможности безопасной эксплуатации объекта. Определяю технологические процессы производства продукции. То есть, если у нас есть процесс сварки, я определяю, какие должны быть параметры сварных швов, режимы сварки и, соответственно, обеспечиваю так, чтобы по итогу продукт был качественный. Согласно требованиям Ростехнадзора, к проведению неразрушающего контроля допускаются специалисты, прошедшие подготовку и аттестацию в органе по сертификации персонала. МЦОК «Технопрогресс» проводит подготовку по программе «Неразрушающие методы контроля металлов и сварных соединений» и аттестацию специалистов по неразрушающему контролю. Это методика хорошая, преподаватель отличный, то есть как бы нам рассказывают, показывают. Теория, практика, то есть как бы не сухие какие-то знания, которые как бы дали и все, нет, тут прям остаются в голове. То есть знания прям в голове остаются, и уже сейчас, когда мы переходим к практике, теория вспоминается, и руками сейчас, вот, думаю, уже будем применять. Программа подготовки предусматривает много практики, поэтому слушатели работают в мини-группах, что позволяет лучше воспринимать информацию и получать от преподавателя развернутые ответы на все интересующие вопросы. Мы стараемся организовывать небольшие группы, потому что ультразвуковой контроль вообще тема нетривиальная, и при данном подходе у нас получается добиться более высоких результатов. Люди, каждый самостоятельно имеет возможность изучить, задать мне личный вопрос, на который я имею возможность ответить. И на это время у нас есть. Сейчас группа изучает метод ультразвукового неразрушающего контроля сварных соединений. Ультразвуковые волны проникают в структуру металла и, отражаясь от дефекта шва, передают информацию на монитор осциллографа. Очень нравится, то есть тут целые прям миры открываются. Очень. Я с этим не был раньше связан, вот, поэтому данная область знаний для меня является чем-то очень новым. И данный метод контроля сварных соединений, который мы сейчас изучаем, он, получается, позволяет внутрь металла, так скажем, заглянуть, не вскрывая его, и повышается качество именно проверки самого металла и сварных швов. То есть это очень, очень полезная вещь. По итогам экзамена соискателям выдаются удостоверения, где отражаются методы, которыми они имеют право проводить испытания, и объекты контроля, которые они могут проверять. Данные об аттестованных специалистах вносятся в реестр сертифицированного персонала СДСНК. Удостоверение об аттестации действительно на протяжении 3 лет. По истечении этого срока персоналу требуется пройти повторные экзамены. Мы создавали наш курс по ультразвуковому контролю на основании опыта и уровня специалистов, которые приходят к нам аттестовываться. Как вы понимаете, специалисты приходят разного уровня. И особенность нашего курса в том, что информация, которая в нем преподнесена, будет актуальна как для людей, которые начинают заниматься ультразвуковым контролем, так и для людей, которые приходят с опытом.